Так, ребят, куда рашим? Естественно, С, ты что? С? Нужны дублоны, но не хочешь донатить? Тогда скачай это приложение. Ссылка в описании под видео. Ну, в острова. Ну, смотри, прикрываемся островами как можно дольше. И потом Лимишь. Выскакиваем и начинаем жечь. Но тут главный момент. У нас должна быть этот, как называется, дистанция плюс-минус одинаковая. Мы очень близко должны быть. Но при этом мы не должны мешать. Не понял. Это что было? Да тут Ленинград веселый. Взял, поджег меня, отлично. Палатки устранены. Где? Угу. Вроде молчит. Ну. Бот стопудово. Ёж пёт. Да. Рюрик, после этого боя все, катаем. Договор дороже денег. Так. На чё ты там с Рюриком договорился уже? Так он же еще там загнал. Я не знаю, вам загнал, но загнал на второй бой. Саня, говорит, сейчас гляну. На то же вот самое. Это, да, вот это интересно, дубль 2. Так, Миша, проверяй. Было дело. Ну все, тогда чё. Ну мы же, блин, сказали то, что в следующий раз в стриме, то есть, если что. Так он просит прямо вот сейчас. Такая тишина, такой затишье, короче. Перед бурей. Да, Миш, подождем туре. Зачем? Град, короче, стреляет в меня. Давай, короче, три четверти. Но не попадает. Что плюс-минус близко. В любом случае, если что, если что, дымы ставлю я. То есть вы сзади там дымы залетаете. Да. Ну, если что, мы дымы поставим со стороны. В смысле дымы? Смысл-то как раз удивить и прям ды-ды-ды, или ты хочешь прям в дымах? Ай, ладно, давай. Одну-вторую я воткну, жду вас. Идем. Давай, блин. Я три четвертых. Я хочу точку просто взять, поучаствовать в захвате. Да там уже Фарагу, там Фиджи, мы уже не успеваем. Да если потому, что вы там что-то ждете там от кочегаров. Единственный линкор, короче, и тут от нас улетает. Угу. Он чувствует, он предчувствует. А, кстати, вот Хацухару единственный там точка берет. Молодец. Надо было найти. О! Светим. О! Симс. Так, полный ход. Бедняга. Уже начал. Ну чё ты его пугаешь раньше времени? Он же еще не видит. Так это не видит, это уже, его там. Меня двое уже ведут. А, окей. Не, на таком расстоянии это вообще анрил. Так я и говорю, что ты ранее стрелять начал. Ну так тут по нему все стреляют уже, у меня там это... Ага, и ты сможешь по пулькам пристреляться, да? Какие там твои, какие чужие. Ай, а чё по мне стрелять, я не пойму. По мне тоже стреляют. Ох ты, смотри-ка, Эмеральд справа. Ага. Ага. Всё, протяни дыма. Вы там как-то в другой стороне от меня. Таня. Нормально, Эмеральд заливаем и идем дальше. Окей, все тогда. Тогда без дыма обойдемся. Да нафиг нам дым, кто его светить-то будет? Подождите. Он да, хорошо пошел. Да, главное то, что он не тормозит, потому что был риск, что я смогу. Ой, торпеды. Торпедки. Так, а чем пропал? Вот хороший вопрос. Вон он. А его никто не светит там. Ну понятно. Ну, можно было бы резко прожать, но там гора. Ну что, погнали дальше? Пошли дальше. Свет, я, кстати, Амаха думаю, там будет, так что находить. Сейчас на одной Е, второй. У нас РЛС-ки есть, если что, вот джетланты. Сейчас Амаха, кстати, будет. Я говорю, дымы потихонечку тяну. А, Миш, притормози, я тебе сейчас нас руки вшибать буду. Миша! Как я притормозить, если ты... Господи, Миша. Я же дымы короче, ставлю. Короче, с твоими настройками. Ну, мой простишь. Береги надстройки, смолоди. Нормально, я тут дымлю тебе. Нафиг дымы, когда Амаха бортом вырубил. Эмеральд сзади. Вот Эмеральд бортом. А он вообще наглый парень, я смотрю, Эмеральд. Да, вот 9 жизней. Первый намек он явно не понял. Так, дальше, кто тут? Вон, крейсера вижу, погнали.
Давайте, погнали, погнали. Только волки от испуги скушали друг друга. Давай, или как там? Зажимаем, короче. Прижимаем их к линии. Что-то Амаха умерла, Эмеральд умер, и где все? В общем, все умерли. Ну, там самое вкусное на точке, а там Сухарик гонял. Сухарик там вообще ему весело. Его никто не видит, никто не светит, Авика нет. Вообще класс. Так, на Б заходит Кривленд. Может, пойдем на него отойдем? Да, давайте. Что за этим? А крейсера три. Ну ладно, ладно. Они убегают, давай. Разберутся, что. Наш, конечно, да, но... Не, ну ты можно вообще бросить все точки, а потом слить. И потом... Ой, команда не затусила. Ну да. Разворачиваюсь на Кливленд. ДМС что, через минуту? Че меня трое выцеливают? Еще рыжий, что ли? Я предлагаю, смотрите, вот ближе сюда сейчас зарулить. Ну, через минутку, точнее. Я оттуда я буду давать свет, вы будете поливать из дымов. Зачем свет? У нас РЛС есть. А, точно. Три ну, раза уже тебе сказали, у нас РЛС есть. О, у меня торпедные аппараты вышли. Ну, это бывает, они там наверху стоят. Так, РЛС-ку кто даст? Давай я. Погоди, еще надо... 40 секунд. У нас 2 РЛС-ки. Тури, ты сейчас вылетишь, и у нас будет на одну РЛС-ку меньше. Со свет самолет. Я в самолет. А что, дымы, да? Что ли, пошли? 30 секунд, все. Блин, еще до начала дымов. Погоди. А Миока где? Ой, господи, я Миока доставал. Шухер! Чего шухер? Разворот. Кливленд. Ой, блин. Мне будет сложно сейчас разворот сделать. Чё печаль, ББХи, вперед. Вперед по надстройкам. Хватит меня бить. Нормально, норм. Да вот ничего не говори, Саша вообще просто на такой стороне. Я этот, как... Тимкиллер со стажем. Чтобы чужие боялись. Мёка будет на развороте идти. Давай я вперёд, сейчас выжгу нафиг. Мелко, у меня есть дымы, Саша. Давай, да, еще. Давай, вперед. Нафиг вперед, мне дымы, я вижу Миоку. Иди, оставь его Миоке. Там, оставь его там. Я тут с Тури общаюсь, между прочим, а ты там со своими Миоками, можешь за что угодно. Вон Конго там еще идет к нам в гости. О, это мой. Нет. Ну я вот сейчас Миоку доедаю и Конго. Хрен. У нас другой план. Я его забронировал. Сейчас он тебе бронь снимет. Да мы пошли, если чё. Ага. Далеко. Да. Он чё, решил не идти на нас? Какой ужас, блин. Он решил идти на меня. Кто смотрит не на меня, кстати? Ну нафиг мне, ну если он смотрит не на меня. Блин, не смотри на меня. Да ладно, он сейчас передумает. Да. Сейчас он быстро передумает. Сделай, ты передумай. Ой. А что это случилось? Так, вот это корма отвалилась. Ничего, и запасная. Сейчас Конго, наверное, просто немного не понимает. Почему не понимает? Понимает. Что это сейчас? Вот он весь горит. Дождик. Меня убивают. Просто терпи. Не, норм. Там спереди, кстати, он решил домашку пофармить, а не фраг. Я думаю, он сгорит, если что. Угу. А что можно на Йорке приключиться. О! Рел. Поехали. Что, выходим? Да я пока думаю, мы еще в дымах. Вы в дымах! Ладно, давай, Сань, надо спасать. Оп. Я выхожу из Сань. Блин, Сань, ты можешь по моим надстройкам работать. Извини. Это уже не я. Береги, да я уже понимаю. Моя настройка уже. Фух! Выбил поддержку, 80к домашки и помер как герой. А кстати, те крейсера, которые мы не убили, они до сих пор живы. Ну это же хорошо. Больше достанется. А ну, чего фуловы какие? А вот такие мы негодяи, фуловы. Кстати, почему-то у вас 4 фрага, у меня 0. Да, у меня так домашки 30. Ну кто-то фраги набивал, кто-то домашка, вот и все.
Жесть. Блин, даже не знаю. Да ну нафиг. Мёка, друг мой. Я хочу. У нас тут дуэль Аоба на Буденного. Кто кого? Я бы на Буденного поставил бы. Вот я тоже так и думаю. Я вот сейчас думаю, на торпеды как словит. Потому что плюс-минус Бартон так идет. Ой, он бы их словил. Печально. 400! Пс. Не, я выжил. Пипец. Но сейчас могут торпеды еще быть. Так, ну что, пойдем на Мёку. Есть синкрасен. Я рашу. Буду показывать это ее лицо, как она горит. Подозрительный Артем К ко мне пришел. Здравствуй, Артем К. Подозрительный с ником Kindly. Она спрашивает, как... Ну да, одно поражение, парни, было одно поражение. И все остальное мы выиграли. Какие нах торпеды, вы чё? И то есть, потому что кто-то не послушался и пошел по ближнему кругу. Кто-то... И наловил торпеду. Да, дымы были маленькие. Узенькие дымы, все понятно. Вот все в них было. Бедный Мёка. О, хороший зал. Мимо. Мимо. Хорошо, ушел. Вот, теперь 61. Я так понимаю, что ты просто дохренище достал именно из Конга. Нет, по Конгу вообще чуть-чуть. Я в крейсера загонял. Я же этот, как видел, сразу пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. У меня Миока был, у меня еще кто-то был там. Сейчас будет фарм просто шикарный. О, да, кстати. А так вообще люди катают в 3 атланта. Фарм, 60к для хорошего фарма, я думаю, чего-то тут не достает. Ну, блин, атланта такой корабль. Для Атланты 40 это уже хороший фарм. Ну давайте, кто больше серебра вывез? У тебя не больше, у тебя же ты. У тебя домашний. У меня всего 367. 369. Это вы чистыми, грязными? Грязными. И чистыми 306. Ровненько так пошли. Если вам нравится наше видео, обязательно подпишитесь на канал. Сделать это можно вот так вот. И обязательно включите уведомления о новых видосах и стримах, чтобы не пропустить ничего и быть в курсе всего самого нового и распоследнего. Также обязательно вступите в нашу группу ВКонтакте, где каждую неделю проходят шикарные розыгрыши и ежедневно случаются всякие смешные картинки, звуки, конкурсы и прочее, где можно выиграть шикарные призы, от души посмеяться и последить за жизнью нашего канала. А сейчас вот слева внизу появилась уже кнопочка подписки и справа интересные видюшки, которые вот самые-самые свежие, самые интересные. Нажмите, обязательно посмотрите, что же там происходит. С вами Александр Петров, увидимся с вами на полях виртуальных сражений. Всем пока!